Услугами авиакомпании «Алроса» в 2017 году воспользовались почти полмиллиона пассажиров. На предприятии озвучили итоги работы за прошлый год. В среднем число пассажиров увеличилось на 5%, как и физический налет часов. Это связывают с расширением географии полетов. За год авиакомпания совершила 2500 рейсов. Наиболее популярными направлениями оказались полеты в курортные города – Анапа, Геленджик, Симферополь, Сочи. По-прежнему часто летают также в Новосибирск и Москву. Кроме того, в прошлом году летом в авиакомпании открыли новые маршруты – Кемерово-Симферополь и Кемерово-Сочи. Эти направления также пользовались особой популярностью.